Всем привет! Покажу вам немножко процесса. Вот здесь у меня листочек из странички тетради будущей на звук Л. Здесь у нас тоже путаница, всякие разные слова на звук Л. Здесь у меня такой полуфабрикат. Покажу, как я это делаю. Вообще я рисую карандашом, потом обвожу маркером. И раскрашиваю, соответственно, карандашами. Причем вот я хотела похвалиться карандашами, которые мне вот буквально на днях прибыли наконец-то. Я заказывала доставку их, потому что в магазинах я не могла их найти. Чисто случайно, как-то раз я наткнулась вот на эти карандаши. Купила их чисто случайно, даже уже и не помню где. И оказались они просто вообще волшебными. Всем рекомендую, потому что эти карандаши, вот колорины они называются, они отличные просто. Здесь уже у меня они, конечно, подсократились в размерах. Вот, они трехгранные, то есть для захвата ребенку они достаточно удобные, причем и большие, и маленькие. Вот, хорошо они лежат в руке, очень такие эргономичные. Но самое главное не это, самое главное то, что они... Во-первых, вот как здесь указано на упаковке, они супер софт и при этом еще и супер стронг. Что это означает? То есть они очень мягкие с одной стороны, то есть цвет получается очень яркий, хороший, даже причем не требуется для этого какого-то особенного нажатия, вот, все равно получается хороший четкий нормальный цвет, в отличие от большинства карандашей, причем даже мягких, что бывает такое, то что раскрашиваешь, а цвета нет, вот, вот этой насыщенности. Вот, во-первых. Но при этом часто бывает так, что мягкие карандаши очень сыпятся или ломаются, то есть ими сложно рисовать, очень сложно определить нажим, тем более ребенку. Они начинают нажимать слишком сильно, соответственно, карандаш тут же ломается. Здесь этого не происходит. Вот, и поэтому вот эти мои карандаши, это вообще моя большая любовь. Вот, еще раз покажу, это колорина. Ну, эти карандаши толстые, то есть вот. Их диаметр достаточно большой. И, кстати, к ним прилагалась еще точилочка. Тоже очень удобно все это было. Она уже утерялась. Соответственно, точу новый. То есть эти карандаши толстые. То есть для мелких деталей они для меня все равно оказались, ну, немножечко неудобны, потому что просто их приходится чаще затачивать. А для толстых линий, соответственно, нормальные. Поэтому я купила такие же карандаши той же самой фирмы, но уже тонкие. И вот поэтому я хвалюсь. Вот какая моя прелесть. Вот они мои карандашики. Здесь 24 цвета. Вот. И поэтому вот я сейчас покажу, как это все происходит. Вот он карандашик. Остренький. Ну, здесь точилка не прилагалась, но, соответственно, на тонкие карандаши, в принципе, любые точилки идут. Так, ну вот. Раскрасим буковку. То есть, вот как видно, я при этом не так уж прямо сильно нажимаю. Ну, то есть, естественно, конечно, нажатие требуется, нажим. Но все равно не такой сильный, как у большинства карандашей. И при этом цвет получается вот такой вот хороший, насыщенный, яркий. То есть для детей это вообще, ну, достаточно важно, потому что они любят яркие цвета, они любят, когда их рисунок сочный. Но у многих карандашей, вот, к сожалению, вот, ну, не получается вот это. И бедные дети, вот у них в голове-то получается одно, а то, что по факту, совсем другое. И причем, ну, многие родители даже этого не замечают, потому что, ну, допустим, дали карандаши в руки, ну, рисуй. Ну, попробуйте для начала сами порисовать этими карандашами, допустим. И если видите, что результат получается не тот, который вы задумали, вот, то лучше, конечно, поискать карандаши помягче, получше, чтобы ребенку не было сложно, потому что все равно в процессе рисования письма очень важно
материалы, какие вы используете. Потому что если, соответственно, материалы плохие, то и результат тоже вот может быть не очень. Немножечко у меня просто расплывается тут. Ну, я имею в виду фокус. Поэтому не очень удобно. Так вот. Ну, вот примерно так. Вот, получается достаточно яркий цвет, хороший. А, причем я не знаю, что там в составе этих карандашей, что за вообще, какие волшебные компоненты. Но получается, что они создают как бы такую небольшую пленочку, когда рисуешь. Но при этом это не пастель. То есть иногда бывают мелкие пастельные, они такие замаскированные под карандаши. Кстати, я про них тоже расскажу, я тоже их прикупила. Но нет, это все-таки карандаш, именно карандаш. Ну вот, видимо, там что-то, какой-то волшебный компонент добавлен, что вот они такие отличные. Очень рекомендую. Вот, еще раз покажу. Это называются они Colorina. Вот такие хорошие, классные карандаши. Они есть в разных комплектациях. И, в принципе, вот, мне очень нравится.